Друзья, сейчас я нахожусь на юге Финляндии, в городе Ханка. Про него можно смело сказать, что город живет летом, потому что летом на курорт съезжаются туристы со всей Финляндии, и не только Финляндии, но и других стран Европы. В порту стоят красивые белые яхты, играет музыка на улицах, и, собственно, чувствуется атмосфера лета, солнце, тепла и курортного города. Я не собиралась сюда ехать, и приехали мы сюда совершенно неожиданно, но я ничего не жалею, потому что здесь действительно очень интересно. Ну а я продолжаю гулять по Ханка. Это курорт в чистом виде, и здесь это чувствуется на каждом шагу. Стоят очень такие маленькие уютные домики, кое-где и очень большие домики. Много сосен маленьких тут растет, можете посмотреть. В общем, атмосфера такая очень умиротворенная. Мне чем-то этот город Ханка напоминает эстонский Пярну. Это летняя столица Эстонии, если вы знаете, если вы бывали в Пярну, то есть какое-то сходство. Не могу сказать, что сильное, но что-то похожее есть. А здесь есть церковь и очень красивый красный маяк. Сейчас я вам покажу маяк. Вот, собственно, церковь за моей спиной. Друзья, вот это красное, это не маяк. Если кто-то из вас знает, что это такое, напишите, пожалуйста, в комментариях.